Друзья, всем привет! Сегодня записываю ролик по металлокопу. Приехали мы на одно место. Как видите, с утреца стелится туман. Осенью перепахали. Был здесь полевой стан в советское время. Там в тумане ремонтная мастерская МТС. И вот здесь такое поле сейчас. И в этом ролике я покажу, сколько можно за день заработать с металлоискателем. У меня металлоискатель Xterra 705. 11 сезон я в этом году открываю. Конечно, ходить не очень комфортно, сыро еще. Липнет на сапоги, на лопату, на металлоискатель. Ну, куда деваться, надо копать, пока нас не опередили. Вот я уже где-то минут 40 хожу. И покажу вам, что уже начинает попадаться. Смотрите, на полевых станах такие цепи различные. Пальцы, болты. Какая-то вот крышка. То ли с компрессора, то ли с масляного фильтра. Ну, в общем, тракторная машина — техническое железо. Попробуем сегодня заработать с напарником хотя бы по 2, по 3 тысячи. Покажу, как это делается, что такое металлокоп. Для тех, кто не знает, вот у меня был сигнальчик железный. Хожу на минимуме, чтобы гвозди не копать. Болты, там такую мелочь, я чувствительность сбавил до 2. И на всех металлах хожу. Вот смотрите, какой-то поросенок попался, прям что-то крупное. Сейчас я откопаю. Так скажем, в режиме онлайн. Если таких бы поросят побольше, быстро бы все. Смотрите, какая чушечка неплохая. Сразу килограмм 6-7. Итак, друзья, уже появляются промежуточные результаты. Мешочки мы подносим к машинам. Сейчас заглянем, что попадается нам. Такие головки мощные. Передний, надпись, какие-то шестерни, вот такие покрупнее поросята. Уже мешка 3 у нас есть, будем продолжать и скоро поедем на приемку. Так, друзья, приехали мы на металлоприемку, будем сдавать. Вон куча лежит, посмотрим, сколько вытянет, и все результаты я вам в конце покажу. Сколько нам удалось заработать за сегодняшний день. Там весы стоят, будем грузиться потихоньку. Сдали мы металл. Сейчас самый приятный момент. С комрадом сидим, делим деньги. Ну давай на две кучи раскидаем. Посмотрим, сколько у нас получилось. Получилось у нас 316 килограмм. Мы сдали. На 5800. По 2900 на каждого. И минус по 150 на бензин мы сбрасывались. По 2750. Ну вот такой у нас коп сегодня. Решать вам, копать железо, не копать, или лучше монеты. Но мы разговаривали тут с напарником. Он как раз, у него смена стоит 2000, он дежурит. И мы по 2700 заработали. Ну, как приработок, в принципе, неплохая тема. Поэтому подписывайтесь на канал, впереди будет много интересного. Всем пока и до новых встреч.